Улица Школьный проезд. Задолбали наркоманы просто. Постоянно копают под деревьями, постоянно здесь вообще находятся, постоянно ищут. Наше обращение в полицию ни к чему не приводит. Постоянно приходится отзваниваться, постоянно приходится жаловаться, что у нас как бы тут наркоманы. Нам говорят, а что нам с ними делать? Вот, и не приезжают в итоге. Даже если приезжают, пока здесь никого не поймали. А наркоманы орудуют здесь чуть не каждый день. Уже давно можно было посты поставить и всех подловить, и кто закладывает, и кто потребляет это все. Просто уже от них устали. Вот так у нас выглядят деревья. Нам их постоянно рыхлят. Приходят с ножами.